О грубом нарушении правил дорожного движения в дежурную часть УВД сообщили очевидцы. С их слов, молодой человек на автомобиле марки «Лада» вез своего товарища в багажнике. В этот же день сотрудники ДПС установили и задержали нарушителя. Это 22-летний местный житель. В настоящее время в отношении него составил административный материал по статье 22.8 «Нарушение правил перевозки людей». И мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто стал очевидцем нарушения правил дорожного движения, сразу же сообщить в полицию по телефону 02. 22-летний водитель пояснил, что его друг в качестве шутки сам решил проехать в багажнике. Нарушителю назначен административный штраф 500 рублей.